Друзья, всем привет! С вами Евгений, эксперт Одесса. Сегодня у нас речь пойдет о одной интересной теме. Это пойдет о трех лайфхаках в телефоне Xiaomi. Как быстро включить камеру, как быстро записать видео или фото сделать. Во-вторых, как быстро сделать скриншот. И третье, как это все настроить в телефоне, если у вас эта функция не работает. Также, друзья, поехали. С вами Евгений, эксперт Одесса. Лайк, подписка. Вперед. Вот в тех моделях, насколько я знаю, во многих эти функции работают. Я думаю, вам обязательно пригодятся, если вы пользуетесь телефонами этой фирмы. Я использую в своем телефоне Xiaomi каждый день, и они очень полезны и очень экономят мое время. Поехали. Первая функция – это скриншот экрана. Самое, ну, такое, что сейчас необходимое, это вот увидел какую-то картинку, тебе захотелось ее кому-то показать, там, своему другу, там, не знаю, поделиться с кем-то. Как это сделать самым легким способом на телефоне Xiaomi? То есть сразу все понятно. Сейчас я вам тут сбоку в окошке покажу, как это выглядит на экране телефона. Это мы берем просто три пальца. Неважно, три любые пальца и проводим прямо сверху вниз по экрану в момент того, что там происходит, отображается скриншот. То есть в момент касания и проведения вами тремя пальцами содержимое экрана оказывается у вас на фотографии, выпадает меню, в котором предлагается этот снимок либо как-то изменить, либо удалить его. Значит, вторая функция — это прикольно, вообще обалденно, часто пользуюсь, ну часто, постоянно пользуюсь. Это когда нужно записать или быстро сфотографировать что-то с, вот прямо, ну идете по улице, в руке телефон и увидели что-то интересное, быстро нужно вам это снять либо на видео, либо сфотографировать. Насколько я знаю, во всех телефонах Xiaomi эта функция работает, но либо вы ее можете выставить потом себе сами в настройках. Я опять же покажу вот здесь в окошке, как эта функция настраивается и как можно ее так удобно настроить. В общем, нажатием, двойным нажатием кнопки громкости внизу, то есть как бы убавить громкость два раза, резко раз-раз, вы нажимаете, и у вас появляется запись видео. Вот видите, картинка появляется меня на фоне меня. То есть я просто нажал две кнопки. В общем, друзья, надеюсь, урок был поучительный. Используйте. Я как-то делал тут обзор телевизора Xiaomi. Как убавить яркость, тоже такой вроде, ну, простая такая функция в телевизоре, но ее там было найти сразу очень сложно. И выложил тоже видео на эту тему, людям понравилось, как бы многие пишут до сих пор, в этом году уже, наверное, полтора, как выложил видео, а до сих пор люди пишут с благодарностью, что спасибо, спасли там наши глаза, в общем. Ну, видео оказалось полезным, я думаю, что это тоже окажется не бесполезным, в нем ничего такого плохого, а если кто-то, у кого-то будет получаться и он будет этим пользоваться, то пожалуйста, можете писать в комментариях, как вы это используете, или может какие-то другие интересные функции, которые вы знаете, будем пробовать и показывать людям на моем канале. Это несложно, пообщаться с вами и заодно сделать кому-то пользу, всегда рад. Итак, друзья, если вам понравилось это видео, ставьте, конечно же, лайки, кнопочку подписаться, если вы до сих пор еще этого не сделали, и колокольчик на мои видео, чтобы вы знали, что вышло новое видео, оно появлялось у вас в строке уведомлений. Вдруг что-то будет интересное в следующий раз. В общем, друзья, всем привет. Я с вами был Евгений, эксперт Одесса. Ставим колокольчик, подписаться, лайк и ждем следующих выпусков. До свидания, всего хорошего.